мои дорогие! Вы снова на канале «Вкусная и полезная кухня». И сегодня в преддверии 8 марта, я это видео, наверное, скорее всего, даже больше для мужчин, я хочу вам показать, как же оригинально можно сделать приятное, сделать завтрак для своей любимой. Может быть, это ваша жена, девушка или мама, или сестра, или даже дочь. И что же, как же можно сделать интересный и красивый завтрак, чтобы с утра у женщины уже поднялось настроение, и чтобы ей было очень приятно. Для этого вам понадобится, это будет банальная яичница, просто мы ее красиво подадим с вами. Сосиски, яйца и, как ни странно, зубочистки. В общем, что мы делаем? Берем нашу сосиску, разрезаем ее пополам, но не до самого конца. Так, еще чуть-чуть можно подрезать. И вкладываем в форме сердца. Закрепляем здесь внизу зубочисткой. И пока я делаю такую красоту, мы ставим сковородку разогреваться. Она уже у меня греется. Пока сделаем вторую нашу сосисочку. Также разрезаем не до конца. Делаем форму сердечка и закрепляем зубочисткой. Вот такие вот сердечки у вас получаются. И теперь переходим непосредственно к плите. Так, я поставила сковороду, налью подсолнечное масло, аккуратно берем наши сердечки, ложим масло. И, смотрите, как уже красиво, да? Разбиваем яичко, стараемся прямо в серединку, чтобы оно у нас попало. Примерно вот таким вот образом. Ничего страшного, что он чуть-чуть за пределы яйцо выйдет. Сейчас все сами увидите. Разбиваем в серединку яйца, солим нашу красоту. Так, и жарим до готовности. Так, ну что, мои дорогие, смотрите, какая красота получается. Выглядит очень аппетитно. Вроде бы, казалось, обычные сосиски и яйца при оригинальной подаче превращаются в открытку на 8 марта, даже можно сказать. Обязательно приготовьте для своих женщин, девушек, девочек, бабушек такое блюдо на завтрак. Я думаю, что если вы им с утра поднимете настроение такой красотой, то оно у них будет замечательное в этот день. Хочу еще раз всех поздравить с наступающим 8 марта. Мужчины, любите и радуйте своих женщин. И всем приятного аппетита. И надеюсь, что моя идейка кому-нибудь пригодится.